доме 8 на Шатиловке живет коза, за забором шаловливые торчат глаза. И когда не прохожу, уж тут как тут стоит, знает, что всегда ношу я ей капустный лист. С центром рядом частный домик, тут единственный. В глубине двора он скрытый и таинственный. Там песочком тропки убраны старательно, за решеткой редко видно обитателей. Гнутся ветки под плодами тяжеленными. Есть хозяйка молодая, обалденная, гордо ходит и не плачет, и красивая. Хоть без мужа вроде, значит, несчастливая. А пойдут пастись, когда, так загляденье. Впереди коза, курьезное явление. Следом с мамою красивой два сынка еще, сзади две веселых псины, замыкающих. И компания приходит в наш центральный сквер, демонстрируя народу резвости пример. Подгрызает там траву на аглицкий манер, но их знает, не гоняет милиционер. Попасутся, порезвятся, поваляются и в порядке во свояси отправляются. Будет деткам молочко, чтоб выжить как-то им. Я б хозяюшке зашел, да только занятый. В доме 8 на Шатиловке живет коза, за забором шаловливые торчат глаза. Есть красивая хозяйка, дом, забор и сад. Кто захочет жить по-райски, можно адрес дать.